Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди, с вами Юги. Подождите, я знаю то, что ты видишь черный экран. Да, я знаю, не удивляйся. Да, это черный экран. А знаешь почему? А черный экран, потому что ты лайк не поставил. Вот если не поставишь лайк, то весь ролик будет черным. А вот как только поставишь лайк, да благословит тебя президент Майнкрафта Эдисон. Как только лайк поставишь и подпишешься на канал, сразу же начнется показ видео. А знаешь, в чем будет самый большой прикол? Слушай сюда меня внимательно. То, что сегодня мы будем выяснять, кто же лучший майнкрафтер, кто номер один майнкрафтер. Я до сих пор не знаю, кто же это. Вот сегодня вместе с тобой мы выясним. Не забывая про лайкусик, ведь лайкусик — это самое важное, конечно же, после подписки. Ставь лайкусик, подписывайся на канал, а мы будем начинать. Погнали. Если не поставил лайк, то ты вообще прям пипипунчик еще тот вот. Поэтому лайк поставь прямо сейчас! А мы начинаем, давай. Ну что, пацаны, готовы к новой серии лучшего майнкрафтера или нет? Я лучший майнкрафтер, я знаю, Эдисон. Я самый лучший майнкрафтер, так что все, поехали, давай, погнали. Я готов. Все знают, что я самый лучший майнкрафтер, я сейчас умру опять сам. Знаешь что? Давай тут вот это без этих своих самомнений. Вы просто правила не знаете. Какие правила? То есть тот, кто умирает, тот лучший, да? Да. Это всегда, знаете, лузеры придумывают себе такие правила. То есть я умираю. А! Так, подожди, бомба. Все так думают, я так думаю. Get inside! Да какой get inside бомба? Да, конечно, зашибись, а почему у меня хп не регенится? Совершенно не важно, понимаешь, давай. А, все, хорошо. Жека умер, Жека! Бокс, Эдисон, иди сюда. Я иду умирать! Нет, не успел. А, я выиграл, да? Мы выиграли, пацаны, я выиграл. Пацаны, вот смотрите предложение, да? Мы уже что-то поменяли в снайперах, возможно, в этой рубрике также надо что-то поменять. Да, давайте бить Джеку. Давай. Мне нравится предложение. Мне не очень. Не, я понимаю, здесь тот, кто больше раз умрет, тот и выиграл, это понятно, естественно. Но мне просто не нравится, когда мне... А как говорится, что естественно, то не безобразно. Не, Дисон, ну ты можешь как бы этим заняться, да, но я тебя все равно не... Так зачем ты меня тогда сталкиваешь, если нам жопа, дебил? Бежим в дом, забежал уже. Да! Я бой, Жека попрыгал. Я прям почувствовал, как будто дрели какой-то зомби-апокалипсис. Да, ты поставил меня эти... Вы понимаете, если будет зомби-апокалипсис, вам нужно найти дерево, обязательно елочку, которая есть с лесенкой. Понимаете, если есть лесенка на елочке, тогда вы выиграли. Садись нам зомби-апокалипсис, точно не выжить. Я понял точно. Ну посмотрю. Здорово. Здорово, ёпта, здорово. Здорово, get inside, пацаны. Ку всем. Ой. Лава флут. Это типа я проиграл, да? Нет, почему? Почему ты так думаешь, Жека? Эдисон, ты главное не переживай. Да я не переживаю, это все нормально. Вот он идет. Эдисон, посмотри в мои честные глаза. Подожди, там кто-то умер. Да я не успел посмотреть глаза, там Жека умер. Ну ладно. Подождите, там еще мама не начала идти, он умер. Как ты умер вообще? Быстро, она дом полностью затопила. Уже? А, да? Так быстро? Да. Кимграунд. Неплохо. А, то есть все сейчас вот сюда, да, забегают, значит? Ну хорошо. Куда? Я всегда сюда забегал. Алло. А, пацаны, Тандершторм! Тандершторм! Тандершторм, пацаны! Как всегда, я тут умру. В этом Тандершторме. 100%, я даже не спорю. Конечно, дождь начинается. Стреляет меня, пацаны. Да, хорошо. Никто не умрет, не переживайте, пацаны, никто не умрет в Тандершторме. Пацаны, ходите анекдот. Давай. Горю! Давай. Идет медведь по лесу, видит, дом горит. Зашел в дом и сгорел. В смысле? Не смешно, анекдот. Чё-то Жека и не везет сегодня, как я вижу, очень не везёт. Я медведь или что? Я не понял. Ладно, давайте второй анекдот, хорошо. Давай.
очень веселый анекдот, да? Ну, вы знаете все Колобка, да? Ну да. Только вот, а что, он повесил? Вот когда он катится, да? Когда он катится, у него глаза не пачкаются. Видимо, пачкаются. Видимо, да. Газ! Это моя тема. Это моя тема, пацаны. Давай, давай, отбивай, давай. Жека, готовы? Давай. Принимаю. С двушечки вас. Пушка. Давай. Это зефирки, которые пуркают, понимаете? Зефирки, давай, которые пуркают, это гасты. Давай, Жека, давай. Стреляй в меня, давай. Ой, Игорь, опасно! Во-первых... И во-вторых, Игорь умер. Что такое? Почему они все гасты стреляли? Алло. Игорь, где твоя пушка? Я не понял. Какая пушка? Моя пушка в трусах, пушка. Кэмпграунд, мап, зэ мап из хрэнь кого? Кэмпграунд? Хрэнь граунд. Хрэнь граунд, понимаешь? Знаешь, что такое хрэнь граунд? Это когда хрэнь граунд. Тебе хрень. Здорово. А всем хрень, да? Ну хорошо. Что вы там делаете, дебилы, два? Мы драчуны, не важно. О, тогда я ухожу отсюда. Не надо мне такого. Если мы теряемся. Ну да. Тинки-рэнь, пацаны, тинки-рэнь! Так, ага. We got a lot of HP, Edison. Think about it. Да? Очень мало. Подожди, Жека. Отхватил? Это моя бомба, да, была, как я понимаю? Это Игоря была. А, это Игоря бомба была. The map is beach. Чекайте. The map is beach. Зуб даю. Мало-пало. Если не бич. Мало-пало, блин. Я открываю мир. Изи, real talk! Вообще, ждали? Вообще, да, понятно, да. Вообще, я понятно. Ванга. Да стой, дай залезу! Ну ты мне друг или нет? Ты съешь какашку за миллион? Как это сай? Нормально, Жеку, да, как обычно. Вот ты помер, дед Жека. Жека, ну как так? Я же говорил, понимаете, самые достойные выживают. Буржуй какие. Жека, ты что, пернул? Ой, господи. Ой, господи. Хорошо, сейчас буду специально проигрывать, чтобы у меня было меньше коинсов, чтобы я не засрал. Не засрал. Посмотри, не надо засираться, Игорь. Ну как хотите, а я пошел внутрь. Да почему? Ну иди вовнутрь, понял? Знаешь что? Мы тебе не мама, мы не будем тебе указывать. Понял? Делай, что хочешь, ты уже взрослый. А, норм. Нормально, Эдисон, молодец. У меня 9 коинсов, я выиграю, я лучший майнкрафтер, ебой. Ебой, хорошо. Самый богатый майнкрафтер. Что значит самый богатый? Я ем кошмар и сплю в коробке. И вы говорите, что самый богатый? Вы что, совсем с ума сошли? Тяжко нынче Майнкрафт. Лава флут, нет? Уйдите с моего дерева, я здесь живу, я Маугли. Ой. Я бомба, секс-бомб. Ой. Мне хрень. А нет. Крипер-бар! Кому хрень, пацаны, никому? Ну, замечательно никому тогда. Хрень. У меня 10 коинов, я выиграл вообще-то, если шо. Да почему? Играем до 15, как обычно. Вот так всегда. The map is beach, the map is beach. Campground. Amusement park. Amusement park, пацаны. Ах, так, значит, да? Хорошо, иди, быстрее, давай, иди. Куда? Я вот катал. А чё ты там делаешь? Get inside. Ты так думаешь? Смотри, сейчас Жека взлетит, смотри. А ну. Изи, ну get inside было все же. Я же сказал. Get inside. Пишите в комментарии, Игорь Ванга. Прекрасно, просто прекрасно. А у тебя сколько, Одесса? Ну давай только честно, вот если ты соврешь, у тебя, значит, одно яичко. В смысле одно яичко? Чего это? Ну в прямом, если ты соврёшь, то у тебя значит одно. Подожди, откуда? Значит два. А откуда ты вообще сможешь узнать, одно или не одно? Потому что ты соврёшь, это не важно. Ну хорошо. Все логично. У меня зефирки стреляют. Мне очень срочно нужно спастись от зефирок. Так. Кто там бегает? Страшно, я смотрю в окно, и у меня прям возле меня гаст.
Розовый. О, здорово! Здорово! Здорово, Игорь, ты что тут забыл? Садись на пуфик и садись, давай. Смотрим телевизор. Давай, давай. Так, что у нас здесь показывает? О, кстати, ну, снайперы идут. Да какие? Снайперы идут. Снайперы? А вот ссылка на снайперы. Приходите, смотрите. Да, вот там давай. Сверху подсказка. Нажимайте. Вот как идеально совпало. Нажимайте, сходите да, посмотреть. Да. Ой. Так, конечно. Ой. Мне кажется, там, что ты задумал. Там кто-то умирает. Ну, Жека, как обычно, в принципе, ничего нового. Слушай, иди отсюда, это наш собственный... Я просто вам тут весь дом взорвал. Да, это ничего. Это наша, это наша, это наша... О, все, мы выиграли, пацаны. Блин, забили просто, боев. Ну что, у меня 14 коинов, я еще не выиграл. Подожди, да, до 15, до 15. А у меня 15. Давай, мне еще надо один раз выиграть, давай. Что у тебя 15 там, что ты врешь вообще? У меня 15 коинов. У тебя максимум 8 сантиметров, Эдисон, давай, запускай. У меня 15, я тебе зуб даю. 15 сантиметров? А, я тебе не скажу. Это конфиденциальная информация. У меня 15 коинов. Конечно, конечно, да. Да посмотри на сыре, 15 коинов, что думаете, я вру? Знаете, что пипедастер — это не обидное слово. Пипедастер — это такой веничек, которым убирают вообще пыль. Вы знали вообще? Это к чему вообще? Я просто... Вообще образовательный момент... Я тебе на день рождения подарю пипедастер, хорошо? Пацаны, я предлагаю... Сам пипедастер! Давайте мы закончим эту серию, пожалуйста, как можно скорее. Ставьте лайкусики, лайкусики. Если будет много лайков, я обещаю то, что я продолжу лучшего Майнкрафтера. А если не будет лайков, значит не продолжу. Если много будет лайков, то значит я... Вы меня скоро увидите. А что еще надо делать? Еще вроде что-то нужно. Ну, знаете, можно, конечно, когда мамы дома нету, сесть за стул. А лучше все подписываться. Подписывайтесь и на канал, и подписывайтесь. Я вообще-то об этом и говорил. Вот именно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Да, свидули.